Чего нового, дядь Вов? Где был, что делал? Мешок вытянул в ящик. Все правильно. И высморкался. Ага. Тоже надо. 100 рублей дай. А ты куда собрался? А? Куда собрался? Сигарет пойти надо взять. Сигарет надо взять. Ну иди к Юле, я позвоню, сейчас она тебе даст пачку. К Юле иди. Даст 100 рублей? Я позвоню сейчас, даст, иди бери. И сигарет? Ну да. Сигарет и 100 рублей? Нет, только сигарет. Без 100 рублей. Почему? Ну потому что. Потому что так тоже бывает. Иди бери. Я набираю, звоню. Опять есть уже? Конечно. Уже гораздо больше. А? Сейчас я Юле позвоню. А? Ну? Звонил? Еще нет. А? Нет. Звони. Сейчас звоню. Всем добра, друзья. Едем дальше. Не забываем про Телеграм. Телеграм. Чат у нас еще есть. Инстаграм, ВК, Одноклассники, ТикТок. Все ссылочки здесь на главной в описании, в шапке профиля. Присоединяйтесь. Всем будем рады. Ну ты заходи потом, Владимир Иванович. Гулять пойдешь, потом забегай. Чё ты? Я говорю, иди, потом зайдёшь. Чё-то не договорил, наверное. Чё ты вернулся? Издалека не говорит. Я говорю, гулять пойдёшь, потом заходи. Заходить? Да заходи вечерком. Во сколько? Да во сколько зайдёшь. Ты же все равно еще ходишь, бродишь. Спать-то тебя не уложишь. Молока надо взять. Я понял. Тоже неплохо.